Так, друзья, всем привет. Вот мы, у нас заканчивается наш небольшой отпуск в Паланге. Мы уже вышли из своих апартаментов и выдвигаемся в сторону автовокзала. Собрали вон чемодан цену. Аня вот идет тут. Вот, как-то так. Сейчас будем переходить через эту стройку. Тут небольшая есть. Вот, и... идем на автостанцию, у нас там есть автобус сразу на Вильнюс. Вот, как-то так, друзья. Наша задача сегодня добраться до Вильнюса и потом сесть на автобус на Минск. Перейти через границу и спокойно доехать до Минска. Надеюсь, все хорошо пройдет, все хорошо быстро. Пройдем границу. Вот, как-то так. Пойдешь? Иди. Короче, мы уже купили билеты на Вильнюс, Паланги прямо до Вильнюса. Ехать нам 4,5 часа будет. Вот, сходили сейчас еще в магазин. Аня купила себе кефирчика, пьет тут. Я купил еще печень трески деткам. Такие два мишки купили. Половина Bluetooth колоночку. Короче, будем выезжать скоро на Вильнюс. Там еще погуляем. Вот, как-то так. Так все нормально, все хорошо. Погода хорошая, нет дождя, нет холода. Мы в шортиках, я там в шортах, Аня тоже в майке, я в майке. Вот, так что так вот. Ждем, нам тут ждать осталось минут, наверное, 20-25. И пока отдохнем тут. Заходим, в общем, в автобус. Ай, вы чего не делаете?
короче, мы сдали багаж. Правда, до 9 только можно, а у нас в 10.55 этот, как его, автобус. Вот, соответственно, сейчас мы уже пойдем погуляем по городу. Все, что увидим, то поснимаю. Вот, потом купим вам много еды и придем сюда есть. Или еще что-нибудь. Короче, ладно, подумаем. Сейчас наша задача максимально прогуляться, где можно, по новому городу. Увидимся дальше. Почему-то Белоруссия – это Балтаруссия. Латвия, Литва, Руссия, Ленкия. Я себе взял кофе за латы за 60 центов. Сейчас тут типа зал ожидания. Там вот видите, какие флаги. И расписание тут такое. Аня пошла в туалет, пока ее жду, сделаю себе кофе. Такие вот старинные троллейбусы. Сейчас смотрю. Там вокзал. Старинный троллейбус. Почему твой старинный троллейбус? Старинный троллейбус. Зеркало какое-то. Вот есть Макдональдс, представляете? Ну пошли посмотрим, ну я хочу сам посмотреть. Это страшный чувак. Наверное, давно уже надо было зарисовать. Да? Такая классная инсталляция. Инсталляция такая. Простите. Хочу что вам сказать, друзья. Первое впечатление, как-то все страшное какое-то, некрасивое. Ну, мы еще не дошли до старого города, может, там более интересно. Хотя старый город, он на самом деле очень старый. Вот. Как-то так. Мы продолжаем идти. Ладно, дальше увидимся.
Православная церковь. Не, ну там православная церковь. Ну там дальше. Хочешь внутрь зайти? Может, нельзя? Все вот по этой улице, по маленькой.
иди. Угу. Некоторые квартиры делают. Иди вперед. Сейчас, друзья, мы зашли вот в этот храм. Типа историческая достопримечательность. Оказывается, тут какая-то столовка или кафешка какая-то. Короче, никакого храма там уже давно нету. Ну, это, наверное, такая частая практика, когда преобразовывают католические храмы. В Европе такое есть. Делают в них жилье, кафешки, как-то так. Короче, мы в этом убедились. Вот. Дальше увидимся. Что в втором городе? Я не знаю, что там. Думаешь, я так видно было, знаешь, что нужно сделать. Что? Есть подворик какой-то внутренний. Спокойненький такой, да? Тихо так. Да. Ничего нет. Ничего нет. Тут парковка просто. Ладно, пойдем. Пойдем. Зашли мы в какой-то дворик, типа. И тут никого вообще нет, кроме парковки. Ладно, пойдем дальше. Сам сказал, девочка.
красный кирпич. Пойдем. Не знаю. Сейчас в гору полезем. А? Сейчас в гору полезем. Угу. Да. Может не тут вход, может там дальше. Замок Гедиминуса, или как там Гедимина, вот это. Сейчас попробуем туда подняться. Ань, ты готова туда подняться? Да. Да, готова? Пойдем. Ну, пойдем. Почему? Ну, да. Буду у тебя останавливаться, хотя бы, чтобы не пустало. Сегодня еще не так много прошло, всего лишь. Смотрите, короче, какая дорога туда. Видите, какая крутая. Вот тут есть и эти как-то. И ступеньки есть какие-то. Типа. Ну, походу, надо держаться крепко. Мы поднимаемся вверх. Ладно подниматься, но спускаться это еще хуже. Там не видит. А что вы здесь лезете? Иди, я знаю. Ну вот же лес впереди. Недовольная такая. Как красиво. Ты закрыта, видишь? Аварийно. Идите по дереву. Ты ходишь.
потом хоть посмотреть. Вот это надо было фоткаться, да? Что у нас сегодня? Это... Этот самый какой-то костюм, тоже видишь, он такой богатильческий. Зимка туда не Куда ты полезла? Молодуха. Ты видела какой-то в щели какой-то? Куда ты мы гуляем наверху на этой горе. Такие интересные, красивые виды тут. Вот, как бы тут видно весь старый город, весь новый город. Все отлично видно, на закате просто прекрасно. Дальше сюда нельзя пройти, да? Тогда, короче, уже мы не пойдем никак. Так что, наверное, будем спускаться на эту башню. Мы не пойдем, наверное, потому что там билет, по-моему, 6 или 8 евро стоит. Вот, как-то так. Поэтому уже насладились прекрасными видами города старого, города нового. И сейчас уже будем спускаться вниз.
Ладно, друзья, тут людей не так много на самом деле. Вон обычное количество людей, среднее. Вид, конечно, красивый на город. Самый лучший вид отсюда, я думаю, будет для всех. Поэтому как-то так. Мы пойдем, там сзади Аня идет. Как-то так. Ладно, друзья, увидимся дальше. Мы будем спускаться. Аня, рада, что мы сходили? Да. Да? Когда ты еще на такую гору сходишь? Вот именно. Беременная. А, когда ты еще на такую гору беременная сходишь? Непонятно. Ладно, мы пойдем дальше, еще что-нибудь поснимаем, посмотрим, что тут есть. Вот. Такая вот гора. И тут люди поднимаются, спускаются. И Аня тут. И я тут. Мы продвигаемся дальше. Svežė daiktus, svežė ginklus ir mes esame bendros paramos Ukrainai dalis. В Литві дуже-дуже багато людей, які підтримують Україну різними способами. Вони везуть машини в Україну, підтримку, допомогу. І ми всі це частина. Кастем віксто і штікрую. Ir čia esu mumis Anna Dokševič. Колега Анна Докшевич. Анна Докшевич і вона. Пойдем. Пойдем это покушать, да?
ту корону, я помню. Что это они делают? Автостанции сейчас находимся в Вильнюсе. Заходили сейчас еще в продуктовый магазин, там купили себе немного еды в дорогу. Вот, и сейчас ждем автобус, нам ждать где-то еще целый час автобуса, соответственно, будем сидеть сейчас и ждать. Мы бы, наверное, гуляли бы где-то, но так как у нас как бы камера хранение работает только до 9, поэтому нам пришлось сюда возвращаться к 9. Ну, ничего страшного, посидим, отдохнем сейчас на лавочке, еще сидеть нам до Минска, как говорится, только надо будет выйти на паспортный контроль на таможне. Вот, в принципе, все хорошо, все отлично, прогулялись по Вильнюсу в этом городе прекрасном. Вот, и как-то так. Что вам еще сказать, друзья? Да не знаю, путешествие удалось. Я надеюсь, все увидели, все посмотрели. Как-то так. Ладно, друзья, увидимся уже, наверное, в Минске, в новых видео. Всем пока. Или, может быть, еще что-то вам подсниму. Посмотрим. Вот и приехал наш автобус. Вот он такой, как он выглядит. Обычный автобус, эколайн, двухэтажный, столько людей стоит на Минск. Мужчина-водитель регистрирует людей, и мы сейчас будем уже садиться. Наверное, людей очень много, как видите. Вот, как-то так. Аня тут стоит, ждет. Мы стоим, ждем все. Будем садиться. I'm 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10.